управляй, а то упадешь. Не упаду. Наверное. Станция Алабинская. Воу-воу-воу-воу. И народ. А теперь поезд идет обратно. В обратную сторону. Такая вот станция. Такая вот станция. Вот столько вот народу. Это уже в майках России. А так непонятно, что из России. Как он пройдет с палочками? Пройдет. Справку покажет. Мне тоже надо было. Тоже надо было бы идти. Куди? Отнять? Ага. Мужчинка, мне нужна ваша палочка. Ладно, дошлепаем как-нибудь. О, с флагом. Так что вот так. Капуста у него высокий. Что-то ля-ля-ля тополя. Здесь есть эскалатор. Что запрещается? Что, проходы что ли? Да. Все через метро. Все через метро. Куда быстрее идет народ? Метро Алабинская, фонтан в честь 40-летия Победы. И вот там у нас огромная ракета первая, так как Самара — город ракетостроителей. Это двойка. Спускается народ, уедет. Самарской площади. Приедет другой. Посадка. 5-20 посадка на проспекте Ленина и УКРЦ «Звезда». Ничего себе. С 5-20. Закрыта посадка. Проспект Ленина. Выстроен инженерами ЦСКБ. Не ими, а вот здесь будут работники ЦСКБ. Жили. Центральная. Да, наверное. Вот 16-этажный дом. Страшный такой. Полевой спуск. Ох, как хорошо сидит. На заднем кресле. Слезы опускают. Все пешком, что ли, будете? Да, блин, с флагом вот не пропустит, а то просто очень хорошо. Ну, она просто вот ходит по улице. Что, просто расслабляется. Может, ей так прохладнее? Нормально, конечно. Вот это я. Постановка площадь сельского хозяйства. Сельского хозяйства. Я слышу. Двигайся, сейчас придет народ к вам тесто. Двигайся ко мне.
надо скоро выходить почему-то. Это тоже болезнь. Все выйдут. Ой, ну как трясет-то здесь, боже ж ты мой. Сюда трясет. Кошмар. А что значит мне на своем транспорте поехать? Где ты там становишься просто за собой? Вот это да. Вот тетенька как гордо. Куда ты в горы пошла? Самарская площадь. Пассажиры. И сейчас на балкон подъезжаем. Россия! Значит, крутая впереди, поэтому, мне кажется, не будет. Вот такие, да, цвета у нас поустроили, мы выкрасили жуткие старые дома. Могли бы автобусы помыть. Что это за цвета такие? Грязно-розовые. Вот хоть зелененькие. Грязно-розовый опять. Кошмар какой. У меня же сильная команда. Бывает. Уже 2-0. О, забить еще. Потому что у них тактика такая. Пропустить, а потом забить. Второй станет так же. Да, нет, так новая. Опа, все перекрыто. Там стоят милиция. Милиция поедет. А какая разница? По-советски это милиция. Ну, в общем, мы поняли все про Самару, обновили. И то хорошо. Ой, колоночка. Тысячи лет не было. Полно. Короче, уливаемся в толпу. Толпа, путь покажет. Ориентируйся на толпу. Можешь как? Не ошибаюсь. Нет. Потому что никто ничего не ошибается. Потому что площадь Куйбышева уже там. Так сейчас повернем туда и будем на площади Куйбышева. Хочешь, повернем туда? Хочешь туда повернуть? Ну, Сань. Мне кажется, ошибку делаю. Ну, пойдем туда. Сань. Новую гостиницу выстроили. Интересно, а можно насквозь вот так попросить? И а сократить? Если она останется потом? Я же останется, нет, ее снесут. Все перекрыто. То можно было вот так сократить путь. Ой-ой-ой. Вот мужчины за пиваки сидят. Не смейся. Ты что, сука, морду напьешь, потом... Еще чего? С какой стати? Ну, видишь, про морду. Эти огромные отели выстроили. Лотте отель. Тут вот это же. Риза Хублоут. Зрение, все дела, типа. Ну, быстро и выстроили, кстати. Меньше года. В Самаре творится бред. Вот столько народа, и народ не может попасть, потому что фан-зона переполнен. А на набережной что? На набережной тоже экран установили. А, на набережной экран установили. На набережную. Пойдем? Короче, мы идем на набережную. Там экран установили. Вы прикиньте, это что за дурдом? Вот вы представляете? Это Самара же. Фан-зона переполнена. Народ. Вот так вот. На набережной.
Но тогда было раньше ехать. Да какая разница? Ты приехал вот сюда. И себя все равно бы не пустили. Даже какие-нибудь организации наверняка заставили приехать. Или еще что? А что да, там? Да, я-то вообще не помогли. Вообще. Делать нечего. Соня, Соня, я здесь. Здрасте. Здрасте. Это кто? Да, это болельщик как раз. Знакомились. Когда ты еще вот пешком по городу походишь, они аж остановили эти вот железные преграждения. Что-то там сами не идут тоже по набережной. Слышишь, что-то интересное? 2-0. Он, люди следят. Надо, короче, идти в горилку за водой. Да? Нет, ну а что это такое? О боже ж ты мой! Не справляются коммунальные службы. А вон тот самый этот дирижер. О! Впервые вижу улицу! Россия! Чемпион! Площадь Куйбышевой, улица Куйбышева. Все. Открыто для прохода. Когда это было видано? Люди! Тебе стуколку достать? Будешь стучать по кому-нибудь, по голове? На. Я столько по себе. Опять стулочка. Давай, она. Доставай там насос. Она вообще сдулась. Я не знаю, что с ней. Меня сейчас мусор достать. Насос без насоса дует. Тренируй щеки. Держи тогда эту херню. Первую. Да сейчас достану. Что тут? Выходим к Волге. Еще говорят, Самара не похожа на Сан-Франциско. Давай пойдем по дороге. Как? Ну что ж так? Вон. Выход. Ай! Такие горки у нас крутые. Кто хотел посмотреть на Волгу? Смотрите. И не речка, как некоторые говорят, а река, речище. Это еще острова. Закрывает половину. Что, забьешься? Нет, ору просто. А, Бристоль. Все в Бристоль и в пятерочку очередь. Это кубатура. Так. Не нашли мы пока экран. Dear friends, идем. We would like to welcome you to Russia from Mima. City of Samara and welcome to the 2018 FIFA World Cup. We invite you to take up challenge of playing beach football and volleyball games. Я думаю, что надо было в другую сторону идти, где написано было «Хит». Самара тайм. Хорошо дудим, аж глаза болят. На. Самара грипп.
Велика Самара. Отступать некуда. Да, так-то мы на ней никогда не гуляли. Кому интересно. Мы приехали, все у нас. Нет мест. Гуляй как хочешь. Мест нет и не будет. Да ничего не будет сегодня. Все. Все. Вылетели? Так вылетели. Домой поедем. Да. Домой! Да похуй водой восьмой! Россия! Вот так вот. Вот зашли до красноармейского спуска. Площадь революции. Уезжаем домой, короче говоря. Исход матча ясен. Мимо. Ну а все, кто был с нами, спасибо. Едем домой. Так вот, пока едем домой. 3-0. Весь автобус переживает. А вот сегодня вот передача какая-то была. Ты нам не соперник. Да, нам не соперник, конечно. Он народ возвращается. Это сильные команды. А дальше еще будет сильнее. С испанцами. Португалия, вообще Испания. То, что наши. У Португалии такое же. Смотрите, как пора. А это метро Гагаринская. Не очень глубокая. У нас вообще станция не глубокая. Такая. Юрий Алексеевич Гагарина. В честь Гагарина. Забрались домой. Наконец-то на свою станцию идем разочарованные. Гип-гип, ура!